Стрелец, астрологический прогноз на 2024 год. Год дракона – благоприятное время для стрельцов, причем во всех жизненных сферах – карьере и финансовом положении, любовных отношениях и семье, личностном развитии и здоровье. Удача и уверенность в себе будет сопутствовать представителям огненного знака, вдохновляя их на великие свершения. Возможны лишь небольшие неприятности, которые не окажут существенного влияния на вашу жизнь. Не будет таких серьезных потрясений и необратимых ситуаций, с которыми невозможно было бы справиться. Эмоционально стрельцы будут чувствовать себя прекрасно, пребывать в хорошем настроении, депрессии и стрессы обойдут стороной. Творческие способности окажутся на подъеме, удастся воплотить в жизнь много интересных и креативных проектов. 2024 год подарит много интересного – знакомства, идеи, хобби, бизнес-планы. Главное – не упустить предоставленные возможности. Гороскоп для мужчины. Гороскоп для стрельцов мужчин гласит, что 2024 год будет удачным в финансовых делах. Природное стремление к достижению целей и трудолюбие поможет добиться успехов в карьере. Все, что запланировали, нужно обязательно выполнить. Бизнесменам пора задуматься о новых направлениях, заняться оптимизацией расходов. Вас ждет тесное сотрудничество с инвесторами, а также с вами захотят работать хорошие специалисты, которым можно доверить выполнение важнейших бизнес-задач. Представителям знака стоит побороть негативные черты своего характера – чрезмерное упрямство, самовлюбленность, расчетливость. Это поможет наладить отношения с окружающими, в том числе и со второй половинкой. 2024 год – благоприятное время для завязывания романтических отношений или создания семьи. Споров с любимым человеком лучше избегать, они не принесут ничего хорошего. В год дракона для мужчины будет открыт весь мир. Самая пора путешествовать, получать новые знания, расширять круг увлечений. Гороскоп для женщины. Астрологический гороскоп для стрельцов женщин на 2024 год предсказывает, что наступает хорошее время для всего нового – смены города, работы, хобби. Появится много времени и возможностей для реализации желаемых планов, до которых вечно не доходили руки. Атмосфера в семье станет лучше, если приложить к этому усилия, а не ждать, когда все проблемы разрешатся сами собой. У одиноких девушек завяжутся новые романтические отношения, но важно не спешить с переходом на серьезный этап, не оказывать давления на молодого человека. Особое внимание стоит уделить профессиональным навыкам. Весь год дракона будет благоприятным для образовательных курсов, саморазвития. Вас ждет быстрый подъем по карьерной лестнице, есть шанс победить самых сильных конкурентов. Но имея дело с финансовой документацией, будьте максимально внимательны. Не сопротивляйтесь творческим порывам, не бойтесь нестандартных решений и смело открывайте миру свои труды. Любовный гороскоп. 2024 год несет в жизнь огненного знака зодиака волну любви и счастливых отношений. На горизонте не будет ни единого облачка. Но понадобится взять на себя полную ответственность за любимого человека и собственную семью. И быть во главе не будет для вас в тягость, наоборот, вам даже понравится. Летние месяцы – лучшее время для организации помолвки и свадьбы. Но строить планы на будущее стоит только в том случае, если отношения прошли проверку временем. Если вы еще не рассказали любимому человеку о своих трепетных чувствах, самое пора взять ситуацию в свои руки и признаться. Зимой любовь согреет одиночек, новое знакомство перерастет в бурный роман, который перерастет в серьезное отношение. Тем, кто из-за занятости уделял мало внимания вторым половинкам в 2023 году, 2024 дарит шанс все исправить. А если на горизонте появились бывшие возлюбленные, не пробуйте склеить разбитую чашку, это не закончится счастьем. Денежный гороскоп на 2024 год. По прогнозу на 2024 год финансовое положение стрельцов значительно улучшится. Это вскружит голову и возникнет непреодолимое желание тратить много денег просто на удовольствие или ненужные вещи. К счастью, планета Сатурн вовремя вмешается и заставит вспомнить, что средства необходимы на более важные цели. Весной представители знака начнут приводить в порядок свои доходы и расходы, вести учет,
закроют все имеющиеся долги. Осознание того, что все усилия приводят к материальному успеху, принесет огромное удовлетворение и мотивирует двигаться дальше, приумножая бюджет. Решив все финансовые проблемы прошлых лет, стрельцы наконец-то смогут заняться новыми проектами, которые быстро принесут хорошие дивиденды. В целом, 2024 год хорош в материальном плане. Не только ваши усилия помогут в этом, но и чистое везение. Можете попытать счастье в лотерее, высок шанс выиграть, но не увлекайтесь, иначе потеряете больше, чем получите. Гороскоп карьеры на 2024 год. Год дракона наградит вас новыми обязанностями в профессиональной сфере. Вы подниметесь по карьерной лестнице. Начальство заметит ваши старания, начнет поощрять инициативы, новые идеи. Осенью возможны небольшие проблемы на работе, но они легко решатся благодаря вашему упорству и труду. У стрельцов-бизнесменов 2024 год пройдет без больших перемен. Появятся новые деловые знакомства, которые принесут выгодные сделки. Весенне-летний период будет благоприятен для тех, кто только хочет открыть собственное дело. Все стремления окажутся удачными, главное – не поддаваться амбициям, а четко следовать плану. Круг общения на работе останется прежним. Но есть риск, что кто-то из коллег станет плести интриги, лицемерить. Это может быть человек, завидующий вашему карьерному росту. Гороскоп здоровья на 2024 год. Начало года будет сложным в плане физической формы. Стрельцы попытаются совместить несколько видов спорта. Хорошая выносливость позволяет им это, но чтобы не подорвать здоровье, нужно регулярно давать организму отдыхать. Представители знака, страдающие аллергией, снова столкнутся с нею весной. Позаботьтесь о наличии необходимых лекарств в домашней аптечке. Летом возможны проблемы со спиной и шеей. Они не оставят вас, пока не научитесь расслабляться. Лучшее решение для снятия напряжения и боли – медитация. Серьезных заболеваний в 2024 году не предвидится, если не будете чересчур загружать себя работой, спортом, а также не станете поддаваться отрицательным эмоциям. Астрологи советуют представителям огненного знака обратить внимание на здоровое питание, не злоупотреблять алкогольными напитками и зимой заняться очищением организма от шлаков и токсинов.